Досудебное следствие по делу Ривненской янтарной мафии завершено. Генпрокуратура передала материалы в Печерский суд Киева. Об этом в Фейсбуке сообщил глава ГПУ Юрий Луценко. Напомню, прошлым летом по Ривненской области прокатилась волна задержаний от зампрокурора до бригадов старателей. Но за решеткой всего двое: бывший зампрокурора региона Андрей Боровик и экс-руководитель Сарненской прокуратуры Вадим Топольский. Остальные пошли на сотрудничество со следствием и их отпустили. В регионе прошло 180 обысков, изъяли 160 тысяч долларов и 4 тысячи евро золота и оружия. И вот в Генпрокуратуре считают, что собрали достаточно доказательств, чтобы отправить за решетку организаторов мафии. Санкції статей, яким інкримінується, обвинувачується відповідні особи, передбачає до 12 років позбавлення волі. Так, колишній заступник прокурора Рівненської області обвинувачується у створенні та керівництві злочинною організацією. В то же время добыча янтаря продолжается. Масштабы небывалые. Только этой ночью сотрудники прокуратуры и СБУ изъяли в Ривненской области 500 килограммов солнечного камня, который планировали вывезти в Польшу.